Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур. Адекват и террорист. И мы начинаем восьмой сезон выживания на официальном сервере. Значит, суть у нас такая, мы будем строить отдельные дома, вот, возможно на скалах, возможно на плоскости, ну вот, мы еще не определились. Ну вот, но я думаю, что все-таки на скалах, только нам надо найти более подходящие. Вот эти мне нравятся скалы, но там вот, которая четвертая от нас, да, она, не знаю, там фундамент 2-3 влезет всего. Вряд ли там кто жить будет. Поэтому пойдем поближе к аэропорту. Мы находимся возле аэропорта. Здесь... И, блин, я вообще не знаю. Смотри, вот дорога постоянно бочки дают. Я думаю, можно надо на забирать... Я думаю, надо забирать вот эти скалы, где вот этот чувак поселился. Вот эти вот. Они самые идеальные будут. И аэропорт видно. И до дороги сбегать 5 сек. Ну, или давай. Если есть. Давайте рисканем. Чё, каждый сам себе строит, так, по-моему, или чё? Сначала делаем небольшой общак. Вот. Время. Туда таскаем ресурсы, и потом каждый себя отстраивает. По мере накопления этих самых ресурсов. Короче, я дерево пока лутаю. Надо залезть и посмотреть на всю эту хероту. Ну, кстати говоря, такое неплохое препятствие. Пока он там лезет, ему, боюсь, больно будет. Ну, в принципе, смотри-ка, 4 фундамента точно можно поставить на маленькой скале. Здесь тоже, ну, фундаментов 5, наверное. Надо этот скрафтить, короче. Сейчас, билдинг план. Есть план. У тебя есть план? Да. Дай мне, я посмотрю, что здесь к чему. Он скидывает. Давай-давай. Хоп, сквозь, да? Нормально. Я бочку вижу по вижу. Так, а сколько там надо на солому? Примерно, я не помню. 50 вроде. Ну, это вроде раньше было. Так, мы сейчас проверим. Так, хорошо, вот раз. Да, 50. Нет. Это нормальный топор изучил. Два. Отлично. Три. Не варик. Вот правую скалу. Слушай, здесь, где я был. Подожди, я мерю. Я сейчас сделаю так, что 4 точно будет. Почему она не клеится? Раз. Два. Что-то было. Три. Четыре. Вот, 4 фундамента уже есть. Что у вас там получается? Ой, а кто это с луком? Я. К аэропорту бежишь, да? Ага. Я, да. Так, хорошо. Дальше. Что тут можно? Потолки еще, кстати говоря, можно навесить. Там же, я не знаю, там четырехэтажки, восьмиэтажки не будем же делать, правильно? Так, как теперь придумать вот здесь вот, чтобы был переход на скалу? Так, ну-ка давай-ка фундамент, воткнись-ка здесь. Ой, как немножко неудобно. А, точнее, вообще неудобно. Есть! Вот это вообще нормально. Хоп. Бля, тело с горы бежит. А где ты? Одно. Не знаю. Ну и здесь фундамент поставить. Назад оборачивается. Попробую в кустах зашкерить. Давай, давай. Так, фундамент. Вот так. И сверху блок. Нормально, не? Дай. А вот здесь... Потолок с фундамента, с блока поставить, может, это будет он. Сейчас. Не заглянуть мне на ту сторону, подожди. Сейчас, здесь-то у нас что получается? Где это фундаментационная херота? Во! Нормально. Он с пиздатой киркой. А, так он одет или нет? Не знаю. Нет, не ставится здесь. Подхожу к нему. А, у меня дерево кончилось. Нет, еще. Он голый. На, держи. Давай. Хэдшот. Красавчик. Пистолет. Бля. Тер, помоги есть, ему. Есть, свали. Отлично. Помощь нужна? Нет сейчас. Как кровотек? Есть сильный? Блять, облутал же, сука.
Что за херня? Бегу к вам. Смотри, что творю. Там еще выше на той скале можно. Да я знаю. Ой, ой-ой-ой, нет. Так, а здесь что у нас? Так. Ну и что не ставится-то, алло? Так, быстрее строим ракету, улетаем. Понял, как. Так. Значит, получается, вот отсюда везти надо. А вы так просто забрались туда? Да. А, вижу. Вот, норм, да? Дальше. Микрофончик поближе. Так. Вот давай сюда, вот поставься или... Я в печали. Да еще треугольный можно ставить, не забывай. Кого треугольный? А, фундамент? Да. Давай попробуем. Туда вот один можно. И все, что ли? Да, походу. А, ну хотя можно балкон сделать, да, из этого, из гудка. Да, да. В смысле я застрял фундамент? Ты ж бегаешь. А я сначала в него провалился, что-то бред какой-то. А. Бочку вижу, вторую бочку. Смотри, вижу. Можно сделать как? Можно сделать подъем. Так, мозги, давай думать. Он мстить не придет? Не знаю. Ну, ты пистолет-то у него патроны были, не? Да, зарядил, и 40 еще осталось. 40? Да. Вообще нормально. Угу. Смогу я здесь поставить что-нибудь? Подожди. А, да, например, потолок. Могу я здесь поставить? Могу. Что мне это дает? Мне это дает трамплин. Трамплин. Что мне дает трамплин? Ну, в принципе, вот я нормально попадаю, да, и захожу домой. Нет. Что нет? Я же лучше предлагал. Кого? Так, лошадь убегает от кого? Она... Ой, она прям драпает. Кого ты там лучше предлагал? Кого? Дай мне билдинг план. Если есть, это фер. Я за бочку. А дерево тебе не надо? Не, у меня есть. Смотри, это дом. Не обрезай его. Где дом? Вот это дом. Это жилая площадь. А, это дом? Да. А как ты туда попадать хочешь? Вот тебе, я же тебе вот сделал обход. Вот. А, вот это? Да. Нельзя, чтобы через дом ты мог попасть в другой дом. Понял? Надо, чтобы каждый индивидуально заходил в свой дом. Ведро изучил. Угу. Короче, норм. А, слушай-ка, смотри, это же можно выровнять. Вот это вот здесь вот выровнять, а соединить как-то с лестницей это, не? Ну вот, чтобы вот этого не было, можно что-то сделать. А, вот, потолок сюда поставить. Да? К этому фундаменту. Во. Стреляет у тебя отец? Да, там да. За ангаром стреляет. Блядь. А, там дом какой-то. Далеко. Так, теперь. Все, верни мне билдинг план. Надо дерево лутать идти. Сколько у тебя дерева вообще? 2,5к. Давай. Камень? Не, камень рано еще. Дерево. И в билдинг план ты мне отдал? Угу. Пойду еще изображать. Ё-моё. А я пошел лутать. Угу. Тер, тебе можешь кирку дать, ты за камнем пойдешь, а я буду дерево. Кто-то лутает в упор дерево с железным топором под нами. Тер, с да, твоей слышу. Стороны. Я ничего не слышу. С правой слышу стороны, тебе. нет. Так, справа. Надо как-то скатиться, надо скатиться туда по-тихому. Оп. Вижу его. Я тоже. Одетый. Блять, ёбаная скала. Давай, давай, давай. Налево он уходит. Да а, это он негр? Одетый. Попал в него. Да что ты будешь делать-то? Что такое? А, это его дом, блядь.
сука. На скалы лезем. Вот же мразь. Да, пистолетчик вообще меткач. Да пиздец. Я такой криворукий, блядь. Я уже, блядь, всех на уши поднял. Это же наш друг. Вот и узнаем, где у него что. Не шумим, только хантером, когда внутри ходить. Он лег. Лег? Вижу. Блядь, постал. Сам. Ну? Сука. Так а что ты стоял-то, когда он встал-то, а не побежал сразу к нему? Алло. Да я тупанул. Ну я заметил. Бля. Он вышел вроде бы на улицу, посмотри с той стороны. Вот его дом. Да и какое с той стороны? Это его, заначка. Там два раза дверь пикала. Вот. Пикнул. А, все, пошел один, потом пошел. Там куча там. Он открыл. А ты вышел, ёпта. Попал, сбил. Я чуть тебя не сбил. Да я понял уже. 16 патронов, 10 пороха, стрела, 120 металла. Ты как ствол раз топоры. Ствол лежит какой-то. Ствол? Он зарезался. Где? А, вижу. Или лук. Пистолет, пистолет. Забрал. Ну, это же хуйня. Открываю. Хороший пистолет? Да. Калаш. Давай, давай, давай. Закрыл. Сейчас. Хилис. Блин, нихера я в него. Минус. Есть. Дверь открыта. Перезаряжаюсь. Калаш забрал. Тамбур наш. Так. Калаш кому? Калаш. Тер себе, на. Давай. Ты ж у нас без нихера. С другой стороны. Напротив. Блядь. Где? Вот он. Сбил, 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 сбил. Откуда он открыл? Я не, вот я с не этой, увидел. Вот с этой, вот он. С этого. А, понял. Нихера у него тут система нупель, да? Ой, не тот отстал. А вот у него еще там был. Там несколько спальников у него. Он еще на втором этаже может залезаться на крыше. А, спальники не разбиваются. Это пикает, пикает, пикает. Вышел, вон сверху, сверху вышел. Самый верх где? Вижу, вот не он. Вижу. А, это он? Ага. Готово. Тихо, тихо. Блядь, надо было ту, чтобы открыл. Нет, он бы эту закрыл, он бы не делал это, ну. Что-то не то, бежит кто-то. Он в доме, в центральном доме. Да? Да. Нет. Бежит. Несколько людей бежит. В дом заходите, на который с лестницы мы ставили, к нам бегут. Я на вышку центровую полез. Давай. Я слышал человека попал. Просто. Так, что у меня лишнее? Так, это нахер. Это... Так. Так, броня. Всё, я если что, деревянную броню одел. Я чё-то никак, никого. Сука, не могу запрыгнуть. Это хуйня. Никого нет, чё-то. Он затих, он находится здесь. Листва, ладно. Слышу. Забей. А, это ты? Тело одно там бежит по поляне, голый. А, ну это значит, это голый был. Но я на всякий случай. Топает в доме. А, нет, это я, вверх. Это я. Да как выпрыгнуть-то, блядь? Во. Ну чё, и хер с ним. Калаш отжали, и нормально. Может, покинем его? С да, миром. Пошли. Подождите, я только золото. А где он? А-а-а. Давай, давай. Давай, всё. Давай. Всё. Кстати, я здесь не застревал, нихера. Я застрял. Нет. А что такое? Я же здесь пролазил. Да и хер с ним. Пошли, короче, с другой стороны. В окно. Выкинусь в окно нахер. Ага, не так уж просто, блядь. Нормально к чуваку слазили. Да. Ты прикинь, сколько времени прошло, он осмелел и вышел лутать. Бочку вижу. Так, раздроблю его череп. 130 костей. Так, дерево у меня есть. Я полез все-таки дальше строить. На... Нам надо бы спальники здесь переложить. У меня есть... Тело. Это я бегу прыгну. Да ладно. Кто может спальниками заняться здесь, рядом с этими скалами? Я дам 60 клопсов. Давай, у меня есть 60, давай. На. 4 спальника смогу положить. И дерево тебе. Дерево я утону. Да не, забей, надо сейчас их положить, если нас сольют, чтобы у нас было место сразу.
Так, все, я полез, короче, дальше изобретать. А, еще ж надо фундамент эти грейдить, а то они сдохнут же. Ну, сгниют. Угу. А на скалах вроде нет. Что, не гниют? Нет, вроде. Ага, ну проверим сейчас. Вот и будем потихонечку, помаленечку. Высасывать из него жизнь. Да. Слава сатане. Так, вот мне еще надо этот же сделать молоток, киянку эту. Где она тут у меня? Ну и... Ну как заколебало, зачем эти долбанные рецепты перехерачиваются с места на место-то, алло? Вообще хрень какая-то. Вот это вообще, да, меня тоже так не... Гниет. Гниет? Угу. Ясно, значит варма надо закатывать. Так, кто-то бегает. Титер, да? Нет, побежал. Угу. Калаш. Жирный ублюдок. Так, а где спальники положить? Да вот выбери место. Положу. Да. Все, все, все. И назови тогда ЗП. Ну, НЗ, например. Ну, ты знаешь как. Угу. ЗП. Н. Блин, как это? Неприкосновенно запас. НЗ. НЗ. Ну. Так, все, киянка у меня готова. Я стою на нее, смотрю и радуюсь жизни. Молодец я. Так, тех прописан. Угу. Блин, это надо же все грейдить это. Потому что мудаки начнут с луков расхерачивать нам здесь. Вообще потолки. Здесь... Все что на угодно. На эти дерево скину, сейчас залезу. Залезь только, да. Тихо. Или это вы так-то отхочете? Это там тер ходит. Где? Да здесь, возле меня. Ебать я на измене, блин. Да вообще, ты какой-то шухерный сегодня. А-а-а. Ты что там строишь? Ты решил внести свой вклад? Да не, можно круговую ебануть. Подожди, подожди, подожди. Сделать вход. Ага. Так. Не, херовый подъем. Это же будет в подъем в дом. Убери вот этот центральный, да. Вообще говно какое-то, по-моему, не? Да, да, да. Что это за штаны? Так, все, всех вас прописал. Давай. Мне те два положил. Во, вот это уже другой вариант. Спасибо. Вижу больше пометанов. Так, дерево. На дерево, это скин немного. Угу. Ну, короче, все, все есть лук. Да подожди, я сам залупанный. Ты чё? Нормально, состакается. Так. Я пока площадки подготовлю. Выберем сейчас один дом. Вот, а остальные там уже сами будут строить. Кому что надо. Ага. Дерево кончилось. А охеренно, ты мне дерево кинул? Искал, я два фундамента загрейдил, у меня дерево кончилось. Это как понять? Я сказал, да, маленько. Понятно. На тебе весь лунт, ебать, как будто а у него там. Лутка это камушки дала. Камень, камень, камень. Нет. Ну, короче, я тоже спускаюсь, надо лутать дерево. А подъемы сможем отдельно замутить, как видели эти строили, как краны такие, ну, внутри поднимаешься и... Вот, можно замутить такую же херню. А кто камнем лутает? А сейчас же нельзя так подниматься. Кто камнем лутает? Я каменным. Паром камнем. Это я. Камнем лутает. Не, я топором. Я тоже каменным топором. Это этот ублюдок. Давай, заходи в свой дом. На, да ладно. Ну, сука. Мы его теперь, короче, гонять будем. Он с камнем выбежал, прикинь, дерево лутать. Кажется, у него все печально. Я думаю, в разведку вышел. Хотя, блядь, я, наверное, считаю его слишком умным. Наверное, это я. Нихера у меня корси, это вообще жизнь. Нормально? Знаешь, как это, бочку одел на себя. Ага. Как ты такой толстый, что она разошлась. Ну да, маленькая есть такое.
Стой, Сер, ты железный топор уже изучил? Да. Где ты есть? Это ты? Да. На, 120 металла. О, нихуя себе. У него что ли было? Да, я когда его убил возле этого дома. Я крафчу два топора. Угу. Так, ну у меня уже 1500 дерева, я молодец. Как там с топором? Один скрафтился. Штана. Что за анимация это, я не понимаю. Почему кулаками-то все бьют теперь? Что за жизнь? У меня нормально. Детализацию повыше поставь и будет, все будет. Не, у меня с этим нормально. Так же было, кулаком бил. Так, за забором. Так ты справишься с ним? Ну, он этот так-то голый, штаны какой-нибудь, деревянные. Ну вот, мне они нужны. У меня аж верх-то деревянный, штанов нет. Ну, сейчас я подойду, спрошу, сколько стоит. Вот нахера ты это поставил? Как взбираться теперь с этой стороны? Ты же хотел это сделать. Кого? Типа, ты понял, будки такие внутри подниматься. Да нет, будки внизу, на плоскости. Я тебя понял, вот я и говорю про это. Тем я делал здесь для перехода. Да подожди, нет, пока что до будок-то, ё-моё, ты чё? Не толкайся, нихуя. А? Не толкайся, говорю, ты чуть не скинул. А, ну я тебя даже не цеплял. Чё ты мне паришь? Ты стираешь мне какую-то дичь. Так, не, нихера, вот эта скала у нас не получится, наверное, перехода. Почему? Фундамент не устанавливается нигде. А ну здесь только сесть дома, ну здесь переход. Ну это вообще жесть какая-то получается. Либо на эту скалу отдельно мутить подъем. Пойду проверю. Вау! 21 хп. Нормально, я проверю. Так, а как тут можно вообще взобраться? Можно. Ну короче, если этот чувак, не знаю, даже с какой-нибудь берданки в меня выстрелит, он меня убьет. Так. Есть там треуголки? Можешь вклепать? Сейчас. Так, ну подъем остается. И что, и все, что ли? Да, только балкончик. Нет. Вот здесь. Ну а здесь он один всего будет. Ну да. Блять, не здесь поставь. А здесь можно для подъема его оставить. Подожди, а можно поставить фундаменционку? Нет. О, да, 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 можно, можно. Вот я поставил. А, отлично, я поставил, просто красавчик. Ну хотя тоже нормально. А можно еще продлить? Не, вообще, да хер знает, что-то подожди-ка я. Вот я поднимаюсь. А, запрыгиваю, меня стреляют и захожу. Да не, нормально, прокатит. Вот это можно как времянку тогда строить, да? Да почему, вполне полноценный домик можно сделать из него. Ну, он потом придет в полноценный чей-то дом. Я говорю сейчас, как времянку можно использовать. Да. Кто это к нам залетает там? Угадай. Да ладно. Санта, это ты? Да. Детишки, я принес вам подарки. Давай, есть. Ой, да ладно, что за бред? Три потолка? Да. То я их не улучшаю тогда. Ну, 6 стабильности, конечно, но если обвалится... Ну, он пизданется. Да если он обвалится, можно новый поставить, ничего страшного. О, забор идти лежит. Так, все улучшаю. Часть пилара же. Конечно. В нашу сторону. Откуда? С аэропорта? Вон, по дороге. А, вижу. Аэропорт. Быстрее. Быстрее. Стены, стены, замок, печки. Так, подожди. Получится? Блять, сзади. Хорошо, я не шагнул. Лошадь вон лутает, пидор. Не, у меня дерево кончилось. Так. Оп, съёбывается. У меня их дерево... двое, блять. Адекват, у тебя есть дерево? А кому дерево? Мне. На, смотри, загребущая рука-то. У них хера, откуда у тебя столько дерева, адекват? В смысле, я лотал, блин.
в отличие от них. Вторую лошадь заебашили. Но они лучники, может у них ресы есть? Сейчас, подожди, ХП нету. У меня лично. У меня 60 на 4 мяса. Давай. Дроп. Так. Ноги, ты хотел сказать. А я что сказал? Мясо. Нога мясо, это, блядь, нога, ноги это чипсы. Пидорас. У них и кирка есть. Я пошел их забирать. Сейчас, сейчас, подожди, сейчас. Сколько можно уже? Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Так, блядь, все. Блядь, съебывается. Где они? Я их не вижу даже. А, вижу. Скалом уходит. Да хер с ними, пускай поживут пока. Давай дом костер, сделаем. Костер разожгли. Ну, ёбаный. Еще один бежит к ним. А, отлично. Что, стрелковый делай? Делаем стрелковый из этого. Думаешь? А если потом этот дом забирать будет, что у меня двухэтажка будет? Ну ладно, давай. А пилар не будет молчать? Ё-моё, давай. А, так же можно. Можно, но если со внешки будет какой пилар, это печалька. Не, улучшать я имею в виду можно, стены не разрушают. А, сука, здесь придется. Вот эти крайне надо разбить. И там угловые придется. Где? Ой, жизнь боль стреляющая. Ну ладно. Почему? Что, о! Да ты не сможешь. Сможешь? Я улучшил, да. Вот эту стенку надо срочно перевернуть. Оп. Какой хер вообще, да? Уже темнеет, уже ни хера не видно. Так, тогда еще через дом потом заберу, как сделаем все тогда. Кого? Эти, ну я тогда если этот заберу домик потом. Окей. Вот эту. Ну какую? Вот этот? Да, вот этот. Почему ты его назвал только что хуетой? Ну блять. Может он хуета. Почему? Да планировка мне не очень. Ну так и нахера тебе этот дом-то, алё? Да. Я здесь с большим удовольствием жить буду. Или он там, Диман, или еще кто-нибудь. Тогда этот третий этаж сделал с этими. Ну ты помнишь, он брал с блять. Не с окнами, а с этими отверстиями ебаными. Какими отверстиями? Ну, блять, как тебе объяснить? А, амбразурами церковь, этими? Да. Ну, давай. Только я костер крафчу, потому что надо хильнуться. Ой-ой-ой. Адекват, это ты что ли уже? Нет. Ага, ни разу. Костер в скалах зажгли. В смысле? Я говорю, это не я. Смотри сюда, поднимись, Боня. Да вижу я, ну. Я да говорил нравится. Же, там трое, где костер горит. Вот он их расстреливает с пистолета. А-а-а. Может это этот Нига? Во, в него тоже выстрелили? А, с лука стреляют. Я пошел на подмогу. Блин, нужен сундук большой. Можешь на крафт поставить? Тер. Я большой не умею. Как ты? Это а кто умеет? Же изучил. А. Аккуратно только адекват, хорошо? Если там вообще жесть, то лучше не лезь. Потому что темнеет, вообще нихера не вижу.